Всех приветствую. Запишем небольшой субботний обзор-анализ криптовалют. Много монет рассматривать не будем. Посмотрим биткоин, что у нас на нем. На нем у нас все по плану. Движение, прошедшее вниз, у нас имеет три волны, что говорит о коррекционном характере движения. Значит, мы, скорее всего, пойдем еще выше. Если глянуть часовик, вот они. Три вниз, три вверх и пульс вниз. Это очень похоже на коррекцию. И сейчас мы до сих пор находимся в ней. Развернулись мы или нет, пока подтверждения этому нет, но опять-таки на крипторынке и на любом другом рынке торгуются вероятности, и сейчас вероятность пойти выше по нашему плану по-прежнему больше. Здесь все по предыдущим прогнозам. По эфириуму такая же ситуация, продолжаем торговаться в отмеченной зоне, слабость рынка продолжается, возможно растяжение чуть-чуть повыше вместе с биткоином, но нужна более серьезная коррекция. Здесь также я бы не входил и продолжаю наблюдать за эфириумом. По Ripple откупные неплохие тени. Я не продал свои Ripple. Продолжаю ждать более высокие уровни. До расчетной зоны не добили. Что говорит о том, что можем и еще раз сходить вниз. И это будет нормально в рамках коррекционного движения. Пока по структуре мы должны дорисовать третью волну. Сходить в четвертую и пойти в пятую. Если же мы дорисовали третью волну вот здесь, то как минимум пятая нас еще ожидает. По Ripple также прогноз пока актуален. Посмотрим еще две монетки. В донат прислали RVN. Где-то я добавлял. Вот он, RVN. Что у нас по RVN? Raven Coin. Как и многие монеты, они выросли. И Raven Coin тоже вырос. Так, посмотрим на дневках, что он из себя представляет. Ну и как по ранее рассмотренным монетам в прошлых выпусках, здесь просматривается структура аналогичная. 1, 2, 3, 4, 5. Закончилась ли тройка? Возможно, еще нет, если только была укороченная пятая волна. Что касается здесь треугольника, давайте посмотрим. Если здесь треугольник, очень похоже на треугольную формацию, но она может быть только похожей. Стоит это тоже учитывать. Возможно, здесь коррекция ABC вот здесь прошла. Ну вот она здесь закончилась. И вот этому дали пятую укороченную волну. И тройка закончилась здесь. Можем и вниз пойти. Но с учетом того, что сейчас у нас продолжается так называемый альт-сезон, здесь у нас вышли объемы, с большей вероятностью здесь все-таки был треугольник A, B, C, D, E, из которого получили прострел наверх. Вышли объемы. И здесь неплохая возможность пойти повыше. Если посмотреть на часовиках, здесь даже можно найти 5 волн вот таких. То есть пятерка завершается, это будет одна импульсная волна, после чего можем пойти на коррекцию. В любом случае выглядит неплохо, скользящая 200-ка совсем близко, мы до нее дошли, получили объемы. Здесь вполне возможно, да. Но здесь такая двоякая ситуация все-таки. Здесь слишком много пиков вместе располагается. Здесь может быть А, Б, С, Д. И мы еще тут в Е пойдем. И потом только возможен прострел наверх. Здесь и такой треугольник возможен. Может быть, что здесь вообще уже все закончено. И мы сейчас заходной дали вниз. Коррекция. И пойдем вниз. И если все-таки здесь мы получили заходной импульс для продолжения движения в пятой волне, но я думаю, он еще не дорисован, так как нет окончательной пятой волны. Скорее всего, вот эту волну мы дорисуем, и будет пик где-нибудь здесь. Потом мы еще сходим в коррекцию, и дальше пойдем тройку, четверку, пятерку рисовать. Пока так вижу, но, как еще раз повторю, есть очень много вариантов на усложнение коррекции. Здесь не все так просто. Если более детально рассматривать, можем и ниже пойти. Есть варианты. Если мы завершили волну 1 здесь, то, и это была коррекция в волне 2, то расчетная зона волны 3 у нас располагается вот здесь. Но опять-таки усложнений здесь очень-очень много. Начиная с того, что мы вообще завершили тройку вот здесь с укороченной пятой, и мы полетим вниз. И заканчивая тем, что единицу мы еще не дорисовали, например, единица здесь, потом коррекция здесь, третья волна в пятой будет дальше. Очень много вариантов, тут даже не 2, не 3. Очень много. Может коррекция быть здесь, это была волна 1, это 2, там дальше пойдет. Здесь нет ничего такого однозначного. Что касается глобального
ценового уровня, то уровень волны 5 у нас располагается вот здесь. Если, например, тройка завершилась все-таки вот здесь, это была четверка и пятерка. Очень много здесь вариантов. Даже если вот здесь будет пятерка уже началась, то волна пятая уже вот здесь может закончиться на 0,3 и далеко не пойти. Тут даже прогнозы никакой делать не буду. Вот такое видение. Я бы не заходил сюда. И еще одну монету посмотрим из комментариев. Больше всего просили еще раз посмотреть Tron TRX. Что у нас здесь происходит? Давайте посмотрим. На 4 часах чудесным образом пришел в разворотную зону. Но у нас здесь дивер. Пришли в зону. Что здесь смотреть? Все по плану. Отсюда может пойти на коррекцию. Куда может пойти на коррекцию? Давайте глянем. Это была у нас вот эта волна. Если мы прямо отсюда пойдем на коррекцию, то ловить ее можно будет здесь. Даже не ловить, а смотреть и наблюдать за движением и высматривать разворотные какие-то паттерны. Возможно, движение продлится и выше. Это всего лишь расчетная предполагаемая зона, в которой мы видим дивергенцию. Но вот здесь она уже пытается сломаться. Но и в любом случае между тройкой и пятеркой дивер есть. Это пятая волна, которая пришла в расчетную зону разворота. Будьте аккуратны и внимательны. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики включайте, пишите свое мнение в комментариях. Удачной торговли!